Всем добрый день. Сегодня у нас на распаковке пришла наконец HDMI кабели 2.0 от компании Ungreen. Шли достаточно очень долго. Версия 2.0 HDMI кабелей. Ну и в премиальном исполнении. То есть пришла как стандартная в такой вот данной упаковке. Их фирменной. Ну и внутри находится непосредственно два кабеля HDMI, ну и фирменная вкладка их. Это ремешок для скрепления кабелей. То есть как бонус подарок. Так, ну отложим один вариант, потому что они одинаковые. Длина их начинается от полметра до 15 метров. Единственное ограничение от полметра до 3 метров это кабели формата версии 2.0. А вот от 3 метров до 15 метров это уже версия 1.4. Кабель бывает двух вариантов. То есть первый вариант обычный стандартный круглый. Как вот здесь вот представлен. Толщина где-то от 7-3 миллиметров. То есть, ну и покрытый нейлоном. И второй вариант, то есть плоский кабель. То есть, когда сам кабель в плоском состоянии, то есть, в зависимости от того, как вам нужно прокладывать данный материал. То же самое, длина точно такая же. Причем вот наконечники у них сделана и цинка. Так, ну и позолоченные концы. Сейчас откроем, посмотрим. То есть выполнено все качественно. То есть в данном варианте кабель это идет 2 метра. Необходим для того, чтобы подключить премиальный плеер Zido Z10, который есть на моем канале. Так, ну и давайте сейчас проверим работоспособность кабеля. Так, я не обещаю, что он покажет HDMI 2.0 в 60 Гц, но до 30 Гц точно покажет, потому что у меня нету источника в 60 Гц. То есть 30 Гц есть, то есть я могу показать 4К поддержку, ну и 30 Гц. Да, ну и помимо того, что поддерживает 4К, 2К, то есть он также поддерживает 3D. Ну и давайте сейчас посмотрим небольшой тестик. Смотрим. Всем спасибо за внимание, кому это было полезно, всем удачных покупок, распаковок,
До следующих видео и до свидания.